остановка середина. Я говорю, да. Прекращай, с ним надо. Герокин знает, Кулинин знает, все знают. Иди, Кулинчева. Они все обижают. А, обижаются, когда им говоришь, да? А делать ничего не хотят. Вон в купике. Гражданин спит, лежит. Напишите заявление, но... фамилия, имя, отчество, где у вас был прежний адрес проживания. Я направлю прокурору Москвы. Я выписана уже. Это не важно. Если незаконно вас лишили прописки и жилья, да. Суд обязан прокуратуру восстановить. Обязан восстановить. Если у вас есть право на обладание жилищными какими-то правами. Там, значит, давайте будем восстанавливать. Сможем восстанавливать. Если потеряли документы, тоже заявление давайте. Через полицию вам обязаны восстановить. Вы напишите адрес. Я вам сейчас все напишу. Сейчас я напишу. Серьезно, отнесись. Это депутат Мосгордумы. Свидание. Спасибо вам большое. Люди слепо, они попали в такую ситуацию, заливают вином, свое горе заливают. Да, да. Никто им не помогает, не власть, никто. Вы правильно, я согласен. Вот они, вот тут же лес, блин, густой. Ну посадите деревья, какие проблемы там? Ну это что, шумозащитный экран? Это вообще кто? Вот далеко ходить не надо. И здесь был подъезд, вот как двери, да? Вот туда вот такой ширины был подъезд. Здесь. Сагарзяна глазки закрыла. Это вы можете парковаться всем домом, это территория домовая. Чемпионат, а вы на время выставили. Они просили еще туда подойти, на ботанический. Пойдем. Вот это что в таком состоянии, это что-то.